Здрасте. Здрасте. Скажите, это магазин талисманов? А могу я ваш купить талисман или оберег? Ну, чтобы удача у меня была. А то уже вот достало, знаете, все не везет и не везет. Конечно, конечно. Вот этот вы можете повесить на зеркальце заднего вида в автомобиле. Угу. Да, на удачу. А вот этот, или вот этот, нужно поставить в загородном домике, там, в бунгало, на камин. Обязательно на камин. А вот этот вешают над иллюминатором. Он в каюте, на яхте. И всегда будет сопутствовать удача. У вас есть яхта? Понимаете, в чем дело? У меня нет яхты. И загородного дома. И машины у меня тоже никогда не было. Ну так, да? Да. Ну я тогда даже не знаю. А вы еще надеетесь на удачу? Да. А у меня такого талисмана нет. Ну а что же делать? Мне уже за 60. А всю жизнь не везет и не везет. А я так надеялся найти у вас талисман. Это ужасно. Это не страшно. Это не страшно. А вы просто считайте, что вам не повезло еще раз. Разом больше, разом меньше. Ну, в вашей ситуации уже не страшно. Уже ничего не страшно, по-моему. Ах, как хочется вернуться.